Как осветить пасхи и яйца дома? Из-за карантина в этом году верующие не смогут осветить пасхи и яйца в церквях. Власти и представители церковных конфессий призывают остаться всех людей в этот светлый праздник дома. Домашнюю пасху можно осветить, послушав онлайн-молитву во время трансляции или прочитать ее самостоятельно. Лучше послушать церковные молитвы. Но если нет возможности, читайте самостоятельно. Главное, чтобы была наша молитва и была наша благодарность. По словам настоятеля, молитвы на освящение пасок и молитвы пасхального дня можно найти в интернете в свободном доступе. Если нет возможности найти эту молитву, просто стоит прочитать «Отче наш». Этого будет достаточно. Мы благодарим Бога за хлеб насущный. Также, если дома есть святая вода, можно окропить ею пасхальные куличи. Если она есть дома, то можно окропить святой водой Пасху во время освящения. Но если нет, то достаточно будет молитвы. Мы должны понять, что такое освящение. Освящается не Пасха, не вода, а освящается человек. Он слушает молитву и освящается, поэтому можно обойтись и без воды. С праздником Пасхи! Оставайтесь дома и будьте здоровы!